Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить очень необычное финское блюдо – рыбу в сливочном соусе. Рыбу можно взять как белую, так и красную. Я возьму лосось, порезала ее порционными кусочками и отправила в жаропрочную емкость. Теперь зальем рыбу сливками, слегка поперчим и добавим секретный ингредиент этого блюда. Это укроп. Порежу его достаточно мелко и посыплю рыбу сверху. Рыбка получается как будто укутанная укропным одеялом. Отправляем ее в разогретую на 180 градусов духовку примерно на полчаса. Рыба получается очень нежная, а укроп добавляет изысканности и необычности этому блюду. На гарнир идеально подходит как рис, так и булгур. Он прекрасно сочетается с этим сливочным соусом.